Всем доброе утро, девочки мои! Сегодня у нас распаковочка. Посылочка пришла от любимого Василька. Вот такая компактная. Ну, мне в последнее время компактные посылочки приходят. Потому что в основном беру трикотажку, Лирочку. Мне не терпится эту посылочку распаковать сейчас. И посмотреть с вами вместе, что я там заказала. А вы обратили внимание, какой у меня образ? Я сегодня... выглянула в окно, а там снег идет, метель. И мне захотелось что-то такого летнего. Я решила сегодня такой сделать образ летний. Летний такой макияж. И вот такая веселенькая у меня туничка. Это тоже от Василька. Это тоже недавно я заказывала. Так, ну что, давайте распакуем. О, тут много чего. Просто оно очень такое компактное. О. Сейчас посмотрим, что тут интересненького я заказала, да? Так, где тут накладная? Вот она, мы сейчас ее посмотрим. Первое, что я вам хочу показать. В основном заказала домашнюю одежду. Это пижама 56 размер. Пижамки я заказываю 56 размер. Иногда сорочки 56 тоже. Вот я беру так побольше. Хотя вообще у меня 52-54 размер. Кто у меня спрашивает? Но, Василек, я предпочитаю, так как домашняя одежда, я люблю, чтобы она была просторная, поэтому я беру 54, чтобы на всякий случай, пусть будет больше, ну, в случае усадки, допустим, после стирки белья, трикотаж немножечко присаживается. Вот, ну, и потом я люблю вообще оверсайзы, я люблю вообще просторные вещи, поэтому я беру пижамы 56. Вот такая пижамка, очень симпатичная, леопард называется. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут они пишут. Пижама женская Виктория, бежевый леопард. Артикул 007-96-73. Материал кулирка, состав 100% хлопок. Все, смотрим. Смотрим. Так. Дочка моя любит такие пижамы. У нее несколько штук уже таких. И, в общем-то, я решила, думаю, почему бы мне не заказать такую пижамку, которая нравится моей дочке. Так, штанишки у нас вот такие, сверху резиночка. Дальше, что тут? Карманов я не наблюдаю, нет карманов и не надо. В пижаме зачем карманы, правильно? И внизу вот так брючками сделано. Так, трикотаж, кулирочка, чистый хлопок. Это мне нравится. Так, а сверху вот такой пиджачок, или как это сказать, как пиджачок, да? Дочке моей нравится то, что здесь вот все обшито, вся кайма вот это обшита. И это смотрится очень стильно. Такая пижама, в ней можно ходить по дому, как в костюмчике домашнем. Вот, рукавчик 3/4, наверное, да, укороченный рукавчик. Здесь тоже, кстати, на рукаве, смотрите, как все обстрочено. Тоже вот такая каюмочка. Вот, и на пуговках кармашки. Кармашки тоже обстрочены, девочки, смотрите. Тоже вот здесь вот строчечка идет. О, красиво как. Так. Ну и по цвету подходят вот эти вот пуговки. Да, действительно такая пижамка, как костюмчик. На груди один кармашек. Ну, он как для красоты декоративный. Да, симпатичная такая, мне нравится. Хорошенькая пижамка. Вот в такой пижаме не стыдно, знаете, куда-то там, если в гости переночевать, остаться. В поезде тоже, если вот с ночевкой ехать. Такая вот она, как костюмчик выглядит. Очень стильно. Мне кажется, это такая модненькая, модненькая тенденция. Так, ну я хочу уже померить. Мне не терпится померить эту пижамку. Еще одну пижаму заказала, но это уже для дома. Так, это у нас пижама называется Глория. Тоже 56 размер и хлопок 100%. Ну что, это кулирка. Это тоже кулирка. Посмотрим, как она выглядит. Мне интересно посмотреть. Здесь короткий рукавчик, я смотрю, на футболочке.
Вот такая идет футболочка сверху. Вот, видно, она просторненькая будет. Мне это хорошо. Что-то тут надпись какая-то. А, Глория написано, правильно. Вот. Ну вот, когда не очень холодно, такая с коротким рукавом, это будет хорошо. В общем, обычная прямая футболочка. И вот такие вот штанишки на резиночке сверху. Резинка довольно просторная. Я еще беру почему побольше размер, когда вот идут штанишки на пижамах. Побольше берешь размер, и резинка более просторная. Ну, а так как у меня талия, у меня живот, вот, мне нужно, чтобы была резинка не тугая. Тоже карманов нету. Простые, обычные, просторные такие вот брючки. Внизу брючками сделано. Прямые такие штанишки. И вот такая симпатичная тоже расцветочка. Разные цвета. Вот я люблю такой, знаете, разброс расцветочек. Ну, сочетается здесь тоже листочки вот из такого цвета тоже идут на груди. Хорошенький такой комплект, мне нравится. И очень приятная, приятная на ощупь ткань. Легкие такие штаны, легкая футболочка. Прям удовольствие. Люблю пижамки. Вот когда зимой прохладненько в пижамках по дому ходить. Просто класс. В них не жарко и в то же время не холодно. Они так согревают. То, что нужно. Я себе угодила, мне нравится. Девочки, цены буду писать вверху, чтобы на них не отвлекаться. И будем мерить пижамку. Еще я заказала сорочку. Я также люблю, когда жарко в комнате, спать в сорочке. Но сорочка вот уже 54 размера. Ночная сорочка 71. Кэти называется. Ночная сорочка Кэти называется. 54 размер. Это у нас уже идет. Да, 54 размер. Это кулирка, чистый хлопок. Чистый трикотаж. Так, котята нарисованы. Кэти называется. Так, посмотрим. Пижамка это вот как раз, если жарко будет. Это здесь резиночки у нее идут сверху. Без рукава. Вот тут резиночки. Резинка идет впереди и сзади тоже. Присобрана на резиночке. Вот впереди и сзади тоже. Также. Так. Легкая вот такая вот пижамочка. И все. Светленькая с котятами. Она идет такая прямая. И вот такая вот у нее длина. Так, ну тоже примерим. Примерим. А еще, девочки, я заказала себе махровый халат «Пыльная роза». Вы же знаете, я люблю цвет «Пыльная роза». У меня много вещей из такого цвета. У меня махровый халат уже один есть, но он такой бледно-розовый. И захотелось мне еще какой-то расцветки, вот если как поехать куда-то там отдыхать, как мы ездили, чтобы взять не вот этот светлый-светлый, а чтобы взять вот такой вот халатик. И очень, кстати говоря, если прохладно, прям классно его одеть, и надеть и ходить по дому. Так что халат уже такой у меня, мной уже испробованный, мне он нравится, он классный такой, махровый, и это вот прям хлопковый. Так, халат женский махровый спан, сухая роза, артикул 006, 5805, материал махра, состав 80% хлопок и 20% полиэстер. Так,
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фасон точно такой же, какой у меня и в том халате. Да, я вижу такой же фасончик. Длинный рукав с манжетиком. Дальше идет воротничок. Воротничок вот так вот можно завернуть. И идут халаты. В халате идут карманы. Вот такие по бокам. С одной стороны и с другой стороны такой же халатик. Для пояса есть петелечки. Ну и такая вот нормальная такая вот длина. И поясок. И есть поясок. Все, длина вполне нормальная, рукава длинные, халатик согревает. Мне нравится такой халатик. Но вот этот цвет мне уже, кажется, будет поинтереснее, да? Ну, померим, померим его. Еще заказала я себе блузочку. Так, мне показалось, что блузочку я заказала себе модненькую. Майка женская, Флора, синий дым называется, артикул 008-07-50. Материал кулирка, состав 100% хлопок, 54 размер, девочки. Так, ну-ка быстренько посмотрим, что тут у нас. Трикотажная футболочка вот такой вот расцветки мне захотелось взять. И она при том, что это такая маечка, она без рукава. Я брала недавно маечки такие вот, одну чисто голубую, другую чисто розовую, однотонную. И поддеваю вот зимой под свитер, например. И если я захожу в гости, например, к дочке, да, а там жарко, я могу свитер снять и остаться в футболочке. Но вот те однотонные футболочки немножко простенько смотрятся. А вот эта вот блузка будет уже смотреться поинтереснее. При том, что у меня штанишки черного цвета. И вот эта вот блузка будет уже хорошо сочетаться с этими моими штанишками. Вот какая классная штука. Я прям рада, что я взяла. И притом я взяла вот именно расцвет, который мне подходит. Расцветочка, да. И вот это прям чистый, вот как футболочка. Чистый хлопок, кулирочка, трикотаж. Вот. И без рукава. И в то же время, оно как и маечка, пойдет под свитер. И в то же время можно будет свитерочек снять, кофту снять и остаться вот в этой блузке в гостях. По-моему, очень даже модненько, очень даже стильненько, да? Померяю со своими штанишками как раз вот эту вещь. Ну и не забыла я о своей внучке. Посмотрела, что бы ей взять. У нее сейчас такой размер. Ей 6 лет, еще 7 нет. Но она, так как занимается спортом, девочка, она крупная. Поэтому я беру ей уже на 8 лет. Потому что то, что я брала ей на 7 лет, оно ей сейчас как раз, прям как раз. Но чуть-чуть она вырастет и все. И будет уже мало. При том, что если после стирки трикотаж подсядет немножко, ну тем более. То есть она тогда фактически не поносит. Поэтому я взяла на этот раз ей вещи на 122 рост. Вернее, платьице я взяла на рост 122. 64 размер на 122. ХБ, хлопковая ткань, 100%. И это у нас идет туничка МКД-81. И 122 рост. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот сарафанчик. У меня есть такой расцветки сарафанчик. И вот это вот платьечко, оно тоже как сарафанчик пойдет. Я думаю, что к лету как раз вот она подрастет и будет ей то, что надо. Это я взяла на чуть-чуть на вперед. Вот. Хотя
А, вернее, это даже не платьечко, девочки, это пижамка. Это пижамка, это костюмчик. Этот костюмчик, кстати, можно в детский садик сейчас уже носить. И также она может носить по дому. Я не знаю, или оставлю я здесь этот костюмчик, или отдам туда. Ну, разберемся, в общем. Значит, шортики такие вот. Это вообще такой летний, это расцветочки, мне прям нравится. Резиночка сверху широкая. Шортики с кармашками. Вот такие вот. И футболочка с коротким рукавом. Ну, на нее сейчас будет чуть-чуть, может быть, великовато, но к лету, я думаю, будет как раз. Футболочка, как футболочка пошита. Короткий рукавчик и вот такая вот длина. Можно ее на выпуск сверху шортиков. Я думаю, будет классно смотреться. Будет веселенький такой расцветочки. Да, это ей как раз к лету. К лету вот она еще подтянется и будет ей то, что нужно. Этот костюмчик, я думаю, ей будет очень подходить. Она девочка такая вот. Как раз вот эти расцветочки для девочки. Тут розовый цвет, разные другие цвета есть. В общем, короче говоря, вот такой костюмчик для внучечки. Еще для внучки я заказала футболочку. Футболочка называется «Модница». И это вот именно футболочку уже я заказала на 8 лет, на 128 рост. Это тоже ей немножко идет на вырост. Мне понравилась расцветка, поэтому я взяла на вырост. На 7 лет этой расцветочки не было. Я взяла на 8. Так, посмотрим. Вот такая вот футболочка голубенькая, вот с таким вот принтом и коротенький рукавчик. Вот она. Я тоже думаю, что она каким-то штанишкам ей подойдет. Вот. Ну, внучки у меня сейчас нет, возможности померить нету, но посмотрим, если будет возможность, может быть, во влоге я вам покажу ее, когда она ко мне придет. Она покрутится, вы увидите, как на ней сидит. Но в любом случае, оно, возможно, ей все это великовато. Этот костюмчик. Костюмчик, кстати, зефирка называется. Вот тут разноцветный. Вот, а этот футболочка модница. Вот. Но я все равно взяла это с учетом на вырост. Фирма Бонита шьет. Это вот тем, кто, кстати, любит этой фирмы вещи. Очень хороший, качественный трикотаж. Все вещи, которые я ей брала, они сидят легко, хорошо стираются, не вытягиваются, ничего не портится. А, кстати говоря, если кто не знает, трикотаж нужно правильно стирать, чтобы он не вытягивался, чтобы он как можно дольше служил. Трикотаж стирают в холодной воде 30 градусов и деликатную стирку. Если вы будете вот так вот аккуратненько трикотаж стирать, то тогда он прослужит долго и не будет ни растягиваться, ни вытягиваться, ни усаживаться. Он может при горячей воде усадиться очень сильно. Вот, ну все, девочки, я вам показала всю посылочку. Посылочка, я довольна, мне все нравится, все вещи с удовольствием ношу. Вот так же, как вот эта вот красивая такая вещица, сарафанчик. Сарафанчик, туничка, вот такой вот. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Заходите по ссылочке и выбирайте себе вещи. Вещи довольно-таки недорогие, вполне приемлемые цены. И там есть очень много вещей и для детей, и для мужчин, для женщин. Разная одежда, разная категория, товары для дома, постельное белье, полотенце, халаты, много-много чего другого. В общем, заходите, выбирайте. Там есть и подороже, есть и подешевле. Есть размеры большие на очень крупных женщин. Большой-большой ассортимент. Поэтому заходите, выбирайте себе и своим близким подарочки. Очень даже вполне приемлемый товар. А на этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.